На Кронштадтском участке кольцевой автодороги только в январе произошло 39 ДТП. Инспекторы ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. Сильный снегопад, за ним гололедица. Все это приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий в районе. В январе их произошло 68. Основная причина в том, что автолюбители превышают скорость и не справляются с управлением. Водитель сам должен ориентироваться в ситуации, потому что даже двигаясь со скоростью 60-80 км в час, происходят заносы, и что влечет за собой дорожно-транспортные происшествия. Водители невнимательны. Где-то солнце, если ярко, вот, начинает слепить в глаза. Еще раз повторюсь, что сумрачно бывает. Вот, действительно, не всегда водитель внимательный. Из-за этой невнимательности страдают они, страдают их пассажиры. Госавтоинспекция также просит водителей соблюдать так называемое правило «чет-нечет». Это необходимо для качественной уборки дорог от снега. Машины, оставленные в неположенном месте, будут эвакуированы. Правда, не на штрафстоянку, а в один из близлежащих дворов. И тогда придется искать своего железного коня по всей округе.